Российское движение школьников в рамках акции «Добро не имеет границ» запустило сбор гуманитарной помощи для детей, эвакуированных из Донецкой Народной Республики. Для ребят собирают канцелярские принадлежности, книги и игрушки. Также российские школьники могут передать своим ровесникам письма со словами поддержки. Все это направят в пункты временного размещения беженцев в Ростовской области. К акции присоединились активисты из Севастополя, Ставропольского края и Брянской области. Не остались равнодушными студенты, педагоги, организаторы и психологи. В РДШ уже сформированы списки вожатых и советников по воспитанию, готовых выехать в Ростовскую область. Они постараются сделать пребывание детей вдали от дома комфортнее. Помогут организовать быт и досуг ребят.